Я это все делал, у меня же было куча денег. Вот получил так мало денег. Хватит только на 4, на 5 монстров. На 6 не хватит. Сейчас пойдем что-то купим. О! Блин, эта штука бесполезна словно. Давай посмотрим его. Семь яблок. 10 за 600. Что он за 1000 с чем-то продает их? Читер. Сейчас мы перейдем к следующей игре. А следующая игра у нас Ice Cream. Русская версия. Я хотел поставить там убрать рекламу, а наоборот какая-то реклама вырезала мне. Играем за призрака и обследуем все и всю карту. Доброе утро, ничего не предвещает воды. Нам же не важно, мы же призрак. Сейчас покажу лайфхак. Ой. Это что он здесь вытаскивает? Полка. Блин, за этой полки нельзя пройти. И шкаф нельзя открыть. Это что, грани? Это грани. О, не, это Star Wars. Тан-тан-тан-тан. А это кто еще? Дракон какой-то, и здесь какой-то рыцарь или... А я не понял. Где нитка? Куда нитка пропала? Куда нитка пропала? Я же знаю, нитка где-то должна быть. Куда канат пропал? Ну, рогаткой стрельнем. Давай в тебя стрельнем. На, получи.
кинули. И что нам делать, если нет никаких, никакой... Где все? Что? Да почему? Вот, закрываем. А как мне теперь отсюда выбрать? А, вот теперь, наверное... Ой, блин, как надоели эти рекламы. Ну, что вы предлагаете? Сидеть здесь и ждать? Блин. Уберем. Ну, так в этой полке ничего нету. Что нам делать? Как мы теперь отсюда вообще выберемся? Вот именно никак. Вот и сейчас какой-то ад настал. Мама говорит, делай уроки. Ну, не буду делать. До конца жизни. А, наверное, здесь. Собственно, да. Может так оказаться, где захочешь. Но мы все равно фантом, нам не важно. Вы делаете уже рекламу. Тиу. О. Кучу. Едем в соседнее село на дискотеку.
Едем на детскую площадку. О. Привет, болтун. Чё меня не убиваешь? Шо, не можешь идти? Это не детская площадка, какая-то коровья площадка какая-то. Сколько тиши здесь полная. Ну и что нам делать? Если эта какашка куда-то ушла, ничего нам делать и не надо. О! Тон-тон-тон-тон. Ухи! О, сейчас зайдем. Кто там? А, это... Привет, сосед там же сидел рядом со мной. Вот. Ну вот, да. Тебя здесь оставить? Все, я поехал. Отстань от меня. Я уеду. Нет. Да хватит. Я и то уже приходил. На тебе, 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 тебе. По ногам. Грязик мой. Выходим. Этот наш сосед вредный, как всегда, здесь будет сидеть. Как же туда пробраться? Ой. Привет, сосед. Ну, вот хитрый. Нельзя даже туда пробраться. Это что такое? Канистра. Ну куда эту канистру поставить? Давайте, допустим, куда-нибудь сюда. Все, наливаем канистру, я пошлю. Где это место, куда наливается канистру? Ну ладно, отстань, я сам поехал. Ну, типа танцует, да? На тебе бензинную канистру. Канистру на тебе. Куда это врезать? Ты чё пришёл сюда, а? Я здесь занимаюсь важным делом. Вот ты чё залез сюда? Вот наглый, открыл двери и пошел и не закрыл.
канистру возьмем на всякий случай. Ой, опять это реклама. Ну, допустим, так ему по голове. Саблю возьмем теперь в этот раз. Нет. Ох. Вот сюда можно хотя бы зайти. Нет. Опять этот болтун пришел, а? Нет, нет, нет. Не приходи ко мне. Не подходи ко мне. Не подходи. Пин-код. Где эта штука, через которую надо пролезть и там сидеть? Вот. Ты что за собой дверь не закрываешь, а? Вот, иди туда. Иди туда, вот я кину тебе. Бери канистру. А я пошел отсюда. Ты не... Ты что делаешь? Что выпрямился, толстый мужик? Сейчас я тебе как... На, на, на! О, аж кровь полилась. Ты не имеешь права сюда заходить, в мою кафешку. Мой туалет. Я как отец? Все. Да, иди отсюда. Да я первый. Ой-ой-ой. Так канистру прям ему в лоб кинуть лучше. Чашку сейчас еще возьмем. Чашку кофе попьем. О, что это такое? Мусор. И нашел ничего интересного. Ну давайте нагнемся и там. И что? Там ничего нету вообще. Ничего интересного. Хотя показали, что там есть. Там ничего нету. Какашки какие-то. Мне не нужна канистра, я хочу мусор посмотреть. Ой. Сейчас здесь что-то найдем. Так. Не, лучше нагнусь. Так пройду. О, а теперь ты сюда не зайдешь. Все. Что-нибудь поищем. Да отстань, ну. Да блин, что ты хочешь от меня? Как увидел, что канистру кинул, уже пришел. Все, моя канистра, иди отсюда. Иди отсюда, дядька. Касса. У вас нет кода, чтобы открыть. Иди отсюда, я хочу пройти, а? Давай. Давай, толстый пузянтус. Давай я сюда тебе канистру положу, и ты иди за ней. Толстый пузянтус, иди. Вот такой бак тебе сделаем. Теперь отсюда не выйдешь.
Что? На, я тебя там кинул, и ты там сиди, испуганный дядя. Да это моё. Драки. Куда? Отстань от меня. Что? Рабочая одежда. Не знаю, что с ней делать. Я ж хитрый пацан. На парковку поеду. Сейчас загоняем его. Моя любимая остановка. Мне она больше всех нравится. Я могу издеваться над этим дядькой. Над айскримом. О, yes. Что? Он уже там. Да ладно, нельзя. Я так по этим лабиринтам ходить 100 лет буду. Да ладно, прям тебе больно. Оуе, тачка. Ключик нужен. Сейчас поищем везде. Что? Злой дядька Черномор? 10 рублей спер. Он сидит там. Сейчас зайдем. А,
Здесь спрятаться надо, я думаю, там ключ можно поискать. Чтобы мрара по мусоркам лазить. Закрыто. Ой. Блин. В каждый мусорный бак можно зайти. Ой, опять твой дядька черномой пришел. Надо всю парковку обыскать, чтобы найти этот ключ. Что? Уже все двери подкрывал. Не знаю, что мне делать даже. Мы продолжим это играть в Ice Cream в другой серии. И всем пока.